Вітанечко, мої дорогі, сненьки України, зовут меня Руслан, и это Мир Модов Евротрак Симулятор 2. Сегодня мы с вами соберем комфортненькую сборочку для наших с вами покатушек. Все, я знаю, ждут долгожданный промоц, но что-то наш промоц тормозит с обновой. Но, у нас проявилась карта, достойный как бы так заменитель для промодов. Это карта Euro.net версии 1.4b. Так же как промоц, она расширяет полностью наш дефолт, перерабатывает. Расширяет не настолько как промоды, но тем не менее, я думаю, что лучше покатать в сборке с данной картой, чем с дефолтной. Я думаю, со мной все согласятся. Поехали, покажу вам, где скачать данную карту, чтобы вы нигде не путались. И вкратце посмотрим, что да и как. Итак, мои дорогие, будет у вас вот ссылочка на официальный сайт. Зайдете, опускаетесь вниз, да? И вот у вас будет скачать Euro.net версии 1.4b. Нажимаете сюда, и вот все вперед. Вперед и скачиваем все это дело. Вес данной карты у нас, 704 мегабайта. Так что норм. Я думаю, уже не надо объяснять, да, что да и как. Куда что скидывать, все уже в курсе дела. Скажу только одно, да, обращайте внимание, что карта у вас находится в формате SCS. Значит, когда вы скачаете карту, вам ее не нужно, то бишь архив. Не будет архива, будет у вас файл в формате SCS. Вам его не нужно распаковывать. Просто скачали, берете его, копируете и по пути документы, Евротрак Симулятор 2, папочка мод, это все дело туда перекинули. Я думаю, понятненько, да? Молодцы, что понятненько. Поехали в менеджер, соберем это все дело. Да и будете себе с удовольствием катать по шикарненькой, комфортненькой сборочке. От рулик 69. Так, мои дорогие, как всегда, мы с вами начинаем с версии игры. Версия игры актуальная на сегодняшний день 1.47.1.2s. У меня же это официалка стимовская со всеми дополнениями, то бишь DLC. Напоминаю, как всегда, чтобы вы могли покатать по данной сборке, у вас должны быть установлены абсолютно все DLC карт, которые есть у нас в игре на сегодняшний день. Этих DLC у нас 7. Без DLC катать не будете. Итак, понятненько. Поехали снизу. У нас идет карта Сибири. Версии 2.5.0. Далее выставляем вот этот фикс для работы карты на версии 1.47. Далее у нас идет карта Южный регион. Версии 12. Там ее кто-то адаптировал. Но это явно не авторская адаптация. Но тем не менее, вот есть у нас адаптация, да, под версию 1.47. Есть да и есть. Ладненько, будем катать. Выставляем 12-ю версию Южного региона. Далее идет у нас фикс с картой Грёб Московии, без которого, ребятки, это все дело у нас работать не будет. Так что ставим фикс. Далее у нас идет Казахстан от Promos. Выставляем Asset, Dev and Map. И в обязательном порядке ставим вот этот префаб. Без префаба в данной сборочке карта Казахстана от промодов работать не будет. Понятненько, да? Так, далее у нас идет карта Волга. Я не знаю, ребят, тоже кто-то ее там. Вот Александр Нестеров, да? Делал адаптацию под версию 1.47. Сделал да и сделал, красава, молодец. Все, поехали дальше. Выставляем модель и MapDev. Далее у нас идет карта Грёб Московии, версии 2.47. Выставляем модель 2, модель MapDev. Далее у нас идет карта Euro.net, версии 1.4b. Зачетный, классный расширитель для нашего дефолта. Я думаю, все уже в принципе в курсе дела, что за карта. А те, кто не в курсе, будете знакомиться. В описании под видео я оставлю конкретное описание, что перекраивает и что добавляет и что перерабатывает данная карта. Так что не ленитесь, читайте описание под видео. Так, поставили, да?
Euro.net. Далее выставляем бесплатную версию карты Румынии. Ставим 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Так, и что хочу сказать по поводу данной карты Румынии. Много в комментариях. Там у них что-то вылетает, там что-то глючит, там что-то еще не так. Мои дорогие, данная карта требовательная. Она требует, ну скажем так, более-менее нормального железа. На слабых ПК, соответственно, у вас будут и вылеты, будут и глюки, будут и хрюки, и все остальное. Так что думайте. Тем более, она ставится в сборку. Естественно, сами должны понимать, да, что будет требоваться от вашего ПК. Так что призадумайтесь. И по поводу, где скачать данную карту. Данную карту можно скачать пока на сегодняшний день на официальном сайте. У кого же не получается зарегистрироваться на официальном сайте, есть как бы так у вас выбор. Если не получается зарегаться и скачать бесплатную версию карты, вы можете скачать платную. Ну, такое дело. Либо же искать по каким-то левым сайтам. Ну, я не видел данной карты по левым сайтам. Так что пробуйте, регистрируйтесь, там ничего сложного нету в регистрации, ребят. Не надо этой регистрации бояться. Раз зарегистрировались, да и все, и будете без вопросов скачивать все, что вам нужно будет. Там сайт зачетный, много всего нужного для нашей игрушки. Понятненько, да? Так, дальше выставляем Азеодончик. Он у нас также получил адаптацию под версию 1.47. Далее выставляем проект Кавказ. Он у нас также в адаптации под версию 1.47. Ну, как бы так, зачетненькое дополнение. Класс. Ну и выше ставим вот этот, ребятки, коннектор, который даст нам соединение вот этих всех карт, что мы с вами здесь понаставляли. Класс, да? Так, далее у нас идет подложечка. Подложку я использую старую. Еще версия 2.5.1 данной подложки, но она мне заходит. Не заходит вам, значит, ищите любую другую подложку, либо же не ставьте. Тут уже на вкус и цвет товарищей нет. Понятненько, да? Ну и выше подложки выставляете все те моды, которые вы используете у себя в игре. И что я вам еще хочу предложить? Хочу я вам предложить, попробуйте поставить вот этот шикарненький мод от Grames на весну. Ребятки, мод ну просто шикарен. Как для маловесного мода, вес мода там что-то 380 мегабайт. Но графическую составляющую в игре улучшает на ура. У вас будет шикарный асфальт, у вас будет шикарная природа, у вас будет шикарный дождь, у вас будет шикарный туманчик, шикарные скайбоксы на небе. Ну, вообще, будет как бы так зачет. Кто еще не знаком с данным модиком, ссылочка, естественно, будет в описании под видео. Поставьте, покатайтесь. Эту сборку, ну, преобразит на ура, я имею в виду, графической составляющей. Ну, вот и все, что я вам хотел предложить, мои дорогие. Подключили это все дело, применяем. И вперед посмотрим, что уже как у нас в игре. Итак, мои дорогие, мы с вами уже непосредственно в карте смотрим. Вот наша карта Euro.net, которая перекраивает наш дефолт по полной программе. Здесь интересненько, все отличненько. Ну, все описание оставлю под видео. Посмотрите, где что это все дело перекраивает. Ну, как на меня, то бомбезненько. Класс. Шикарно, шикарно, шикарно. Так, далее у нас идет карта Румынии, да? Где у нас практически вся Украина. Ну, естественно, Румыния, Турция и все остальное. Есть у нас вот выход, да? Вот этот Азеодончик дает нам выход с Кутаиси на южный регион. Так же самое мы вот с Керчи также попадаем на южный регион. Вот Феодосия, Керчи, погнали. На южном региончике. Далее у нас вот этот Азеодончик дает нам выход на проект Кавказ. Проект Кавказ соединяется с Казахстаном от Промоц. Естественно, дальше у нас идет карта Сибири.
все соединения, все стыковочки, все бомбезно. Идет у нас вот карта Волга, да? Ну и, естественно, карта Грёб Московии. Без нее, ребятки, никак, потому что не будет нормальных стыковочек и будет все как-то так, скажем, ни о чем. Вот такая, ребятки, небольшая, комфортненькая сборочка, я думаю, по которой будете катать в удовольствие. Мне нравится, бомбезненькая. Можно покатать по таким красивейшим местам, мои дорогие. Ну, бамбуля, ну что сказать. Бамбуля есть бамбуля. Ну и вот так это все дело уже выглядит у нас как бы так в игре. Вот как бы графическая составляющая с данным модиком от Grames. С весенним модиком. Я думаю, зачетненько, классненько, прикольненько, мои дорогие. С удовольствием покатаетесь. А по сим будем с вами прощаться, как всегда, короночка. Понравился видосик? Не забудь, поставь лайкосик. Всем мира, добра, всех земных благ, мои дорогие. Как всегда, низкий поклончик до самой земелечки всем моим подписчикам, всем моим спонсорам за вашу поддержку, которую вы оказываете каналу. Быть добру, будьте мне здоровы, все буде Украина. Даже и не сомневайтесь ни грамма. Скоро все будет. До новых обзорчиков. Всем пока-пока.